Партнерский проект «Доброе ТВ» в Архангельской области. Организаторы проекта – телерадиокомпания «Поморье», благотворительный фонд развития сообщества «Гарант» при поддержке правительства Архангельской области. Участники проекта – некоммерческие молодежные организации, представители бизнеса и СМИ, активные жители региона. Цель проекта «Доброе ТВ» – рассказать о добрых делах и добрых людях, привлечь молодежь области к благотворительности, собрать средства на оказание помощи тем, кто в ней нуждается, детям с тяжелыми заболеваниями, одиноким старикам, инвалидам, поддержать социальные проекты некоммерческих организаций. Время делать добрые дела. Подробности на сайте dobro-da.ru.